два друга вместе росли. Вместе учились. И даже женились в одно время. Споры начались тогда, когда у обоих родились сыновья. «Хочу, чтобы мой сын научился добывать богатство», – заявил один друг. «Разве богатство главное в жизни?» – удивился второй. «Главное – воспитать сына добрым и честным человеком, научить его помогать другим». «Глупости! Ты помогаешь другим и постоянно нуждаешься сам. Пусть мой сын никому не помогает, но станет самым богатым человеком», — возразил первый друг. «Из всех плодов наилучшее приносит хорошее воспитание», — произнес второй друг. Его товарищ только усмехнулся в ответ, и друзья расстались. Сын одного стал богатым банкиром, сын другого – врачом. Прошло время, сменились поколения. И, наконец, сыновья двух друзей в один день попали на небо. Навстречу им вышел ангел, держа в руках сияющие одежды. «Скорее дай мне эту одежду, я не могу ходить голый!» — закричал банкир. «Эта одежда соткана из добрых дел, а что ты сделал?» «Я построил огромный замок и скопил несметные богатства», — похвастался банкир. «Золото ценится только на земле. Здесь наилучшие плоды приносят хорошее воспитание», — ответил ангел и накинул сверкающее одеяние на плечи врача. «Я не сделал ничего особенного. Просто лечил людей, как умел», — заметил врач. «Искорки этого одеяния – это слова благодарности, сказанными людьми в твой адрес», — объяснил ему ангел.